В наших историях мы рассказываем вам о спасении животных после того, как с ними несправедливо или даже жестоко обошлись люди. Но опасность исходит не только от них, сама природа часто преподносит нам неприятные сюрпризы. Эта история могла закончиться для собаки трагически, если бы не человек. Возвращался крестьянин домой после возделывания поля, как вдруг услышал жалобный вой и всхлип. Когда он огляделся, то сразу никого не увидел, потому что кругом была высокая сухая трава. Он осторожно двинулся вперед и увидел, что собака тонет в грязи. Бедное животное было истощено, пытаясь выбраться в одиночку. Ее глаза были полны печали и отчаяния, но когда она услышала шаги приближающегося человека, животное проснулось, собака почувствовала надежду на спасение. Только так мужчина не мог подобраться к собаке потому что была опасность, что он сам упадет. Пропустив доску через навоз, фермер смог приблизиться к собаке. Животное повернуло морду к своему спасителю, его глаза наполнились молитвой, и было видно, как сильно оно дрожит от страха. Неизвестно, сколько времени пес провел в грязи, но когда его поставили на лапы, он еле держался и рухнул от истощения. Пес оказался ручным. И когда новость быстро облетела небольшую деревню, хозяева животного пришли поблагодарить фермера за его спасение. Их питомцы были с ними, только что помылись и отдохнули. Он оказался красивым и ухоженным. Хорошо, что человек прошел, иначе они бы потеряли своего питомца. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, там вас ждет много интересного.